Ну, а сейчас мы представляем вашему вниманию готовый образ нашей модели. Что отличает телеканал Шопен Шоу от модных рубрик? Конечно, мы даем вам возможность как сэкономить, так и правильно составить ваш образ. Шапка Берти, цена премьеры 3549 рублей. Ну, просто наша модель Лена превратилась в королевскую звезду. Да, я хочу сказать, что это нас возвращает в эпоху дворянства. Вот она, русская красавица. Давайте сейчас представим себе, дорогие модницы, я не могу назвать нашу Берти шапкой. Это шляпка-берет, утонченная. И сегодня такие береты выбирают стильные модницы. Я вспоминаю, что у моей мамы был такой же берет. Итак, Лена выбирает сегодня вариант черный цвет с норкой. У нас есть для вас еще три вариации. Давайте начнем с бежевой. Обращаю ваше внимание на то, что это бежевый натуральный. И это натуральный мутон. Все вы знаете о его тепловых качествах. Мутоновые шубы мы все любим, а сейчас мы предлагаем еще мутоновые береты. И непростые. К этим украшениям мы вернемся буквально через несколько секунд. Ну а сейчас давайте представим все цветовые решения. Также у нас есть, ну давай будем называть, шляпка Берти в черном цвете, но не с норкой, как у нашей Лены, а с красивыми декоративными пуговицами. Разные фактуры, которые украшают образ. Ну что ж, и сегодня Арина демонстрирует вам темный беж. Это тоже натуральный мутон. Все наши шляпки Берти из натурального меха. Но, как вы заметили, у каждой из них есть своя визитная карточка. Это аксессуар-брошь. Я скажу вам честно, вот зайдя в магазин аксессуаров, вы увидите такую мерцающую брошь с камнями за 1500 рублей. Мы предлагаем зимний вариант шляпки-берета. Какая она легкая! Я еще хочу сказать, что это единый размер. А как так получается? Подстраивается под меня и под тебя? Да, и все благодаря регуляторам. Посмотрите, что у нас есть. Внутри у нас есть специальная кулиска из эластичных нитей, и вы можете зафиксировать эту шляпку-берет по тому размеру, который вам нужен. Измеряете свой объемчик головы, примеряете шляпку, и если вдруг она оказывается по объему вам большевата, вы подстраиваете ее под себя. А как это удобно, Свет, ведь очень часто бывает, что мы ходим по магазинам, ищем для себя подходящий головной убор, но не можем найти. А сегодня у нас есть еще и такое стильное решение, шапка Берти, которая подстроится под вас, и все это по цене премьеры 3549 рублей. Но еще, Арина, я хочу сказать, что мы не зря предлагаем сегодня нашим модницам шляпку Берти, ведь, говоря о пальто Розалия, для стильной элегантной модницы нельзя не украсить ее еще и шляпкой. Согласитесь, черный мутон идеально сочетается с декоративным мутоном на нашем пальто Розалия. А между прочим, дорогие друзья, наше пальто Розалия представлено было в бежевых цветах. Давайте посмотрим сейчас. Наша Арина не удержалась и примерила для себя шляпку. Я без ума, настолько тебе красиво. Спасибо, Свет. На самом деле, я не очень люблю головные уборы, и они мне не идут. Но сегодня, когда я примерила шапку Берти, я действительно почувствовала себя дворянкой. Красивое пальто, элегантная шуба и такая шапка. А вы хотите себя почувствовать королевской особой? Тогда прямо сейчас заказывайте, ведь это не только стиль, это еще и натуральный мутон. Вот я хочу тебя спросить, мой хороший, вот ты сейчас в этой шляпке, поделись ощущениями, давит тебе, не давит, насколько тебе комфортно, можно ли подстраивать шляпку под тебя, как она на тебе сидит? Вот твои ощущения, поделись нашими телезрительницами. Вы знаете, она очень-очень мягкая. Она прям нежно-нежно обнимает голову, не впивается ни в области резиночки, нигде. Ну и посмотрите, можно менять, можно подстраивать под себя. Хотите сделать более активно, как берет, можно сделать ровнее, то, как это вам нравится. На самом деле, цвет не очень приятный. Я бы такую шляпку действительно сама бы носила. Я вот сейчас определюсь цветом, с тобой посоветуюсь, какой ты мне подберешь сегодня, и, наверное, даже закажу. Ты знаешь, я хочу сразу сказать, если подбирать к платью, к бежевой гамме пальто, то однозначно этот цвет. Если, дорогие мои, вас мучает вопрос, как подобрать свой размер, еще раз напомню, это единая размерная линейка. При помощи кулиски и фиксатора вы отрегулируете свою длину. И еще правильный вопрос. Многие спрашивают, как ухаживать и как хранить. Обычно меховые изделия хранятся в хлопчатобумажных тканях. Они там дышат, блеск никуда не уходит, а иногда я натягиваю меховые изделия на 3-литровую баночку, закрываю марлей или, например, наволочкой. И хочу вам сказать,
что у меня мутоновая шляпка, берет, хранится уже 3 года, и с ней ничего не происходит. Света, вот насколько я знаю, это очень долговечный, практичный материал. У моей бабушки есть мутоновая шуба, она старше меня, но вид ее остается, как будто только что купили. Вообще считается, что мутоновые изделия считаются одним из самых долговечных, за ними очень легко ухаживать, а самое главное, стриженный мутон еще и легкий. Итак, еще раз напоминаем, 4 вариации. Черный мутон с декоративными пуговицами, черный мутон с норкой, темный беж на Арине и светлый беж у меня в руках.